Народный ломбард «Банкир» провел новогодний розыгрыш призов. Горожанам приготовили ценные подарки, ювелирные украшения, подарочные сертификаты на покупку в супермаркете «Райт» на сумму 3000 рублей. Плазменный телевизор и самый главный приз – путевку в Арабские Эмираты на двоих. В акции участвовали клиенты народного ломбарда «Банкир», оформившие договор займа под залог золота, меховых изделий или цифровой техники на любую сумму с 7 ноября по 22 декабря. Испытать удачу пришли около 1000 человек. Первые 5 счастливчиков получили в подарок золотые украшения. Чисто случайно зашла в «Банкир», узнала, вот, что это я только из-за розыгрыша рискнула все-таки. Ну, прям впечатление новогоднее, очень приятно, конечно. Не ожидала. Еще 5 вручили подарочные сертификаты на покупки в супермаркете «Райт» на сумму 3000 рублей. В их числе Раиса Кузнецова. Очень приятно. Я не надеялась. Перед Новым годом такой подарок. Мне очень радостно, весело встретить Новый год. И в душе, и вообще всем побольше таких сертификатов. Обладателем плазменного телевизора стала Жанна Петрова. Женщина призналась, что давно хотела приобрести такой телевизор. Большие впечатления. Не ожидала я вообще, что выиграю. Оказывается, бывают чудеса. Я так хотела этот телевизор. Я очень довольна. Главный приз – путевку на двоих в Арабские Эмираты – получила Светлана Кабзарь. Отдыхать она поедет вместе с сыном. Это Новый год. Большое спасибо «Банкиру». Ну, я ожидала, что выиграю эту путевку. Я надеялась. И поеду с сыном отдыхать. Народный ломбард «Банкир» – это 90 подразделений по всей России. Деньги выдают под залог ювелирных украшений, техники и меховых изделий. Высокая оценка золота. Займы под низкий процент от 0,2 в день. Зарима Фридман, Татьяна Захарова, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.